Ну что, народ, погнали. Все, смотрите, да? Андрей, смотришь? Да, разумеется. Отлично. Говно. Нормальный скин? Да, я нормально скин. О, по кайфу. Сука, больше скинов на Битсханга. О! Обалдёшь. Пока все идет хорошо. Пока все идет хуево. Блин. Почему едет он, а не я? А, я еще вот так могу сделать, Никит. Ты же докупить хотела тут. Ну, я куплю вот это. Или не буду, или я куплю сферу. Мне так-то похуй на эмоцию. Она просто прикольная. Ладно, посмотрим. Если мне... Опять... Практически люди не могут. А, Никита! Меня убьют. Почему едет он, а не я? О, опять. Говно. Говно. Тупое говно, тупого говно. О, кстати, на войн класс. Говно. Вот это говно. О! О! Оставь на потом, на потом оставь, на Да, потом. конец, конец. Это прям самый сок. У меня затер... О! Ники, два сока. Говно. Хотя я, наверное, его сделаю. Говно. Так, сейчас это на всякий случай сразу сделаю, чтобы я его не преобразовал. Где-то есть. У нас кишечная палочка. А, где лучше? Ой, бляха, как лагает. Давай, открывай. Сейчас, подожди, я знаешь, что куплю еще один сундук? Конечно, у меня ключ есть. Как же долго все это работает? Ну, шедевры тогда. Ну, я куплю. Сколько яйцо стоит? Сейчас посмотрю. А если эта хрень загрузится? Ну вот, понимаю. Прикол в том, что у меня включена демонстрация Дискорда и ОБС одновременно. Яйцо стоит 250, можно яйцо купить. Нет, О, яйцо. Яйцо. Ты не то смотри. Да. Сколько? 490, 490. Блин, хочу себе вот этот, серия 2 за 490, хочу, чтобы пингвинчики выпадали. Я еще в одну такую сферу куплю. А мне 10, кстати, хотя бы лесу купить, но у меня так-то постоянно, я не играю в TFT. А мне нет, я хочу яйцо. Муж назвал женой курицу, жену курицей, но она не растерялась и снесла ему 2 яйца с размахом. А, говно. На следующий год, когда смотрим на более 100 миллионов рублей. Нормально. Да, она у меня вроде есть. Бляха-муха, как все жрет меня. Так ты джекпоты сначала открой. Или чё, или ты сферу еще хочешь? Ты сел еще сферу? Ну, там сам смотри. Так, все, открываем джекпот. Или сначала преобразовать, а потом джекпот делать. Не-не-не, джекпот хренач. Почти до 91% в среднем и О-о-о-о! Они оба сразу открылись? Нет, один только. Наверное. Да. Я не знал, что уже вот такой случай. О, найс. О, вот это тоже балдеж. Можешь сделать. Тогда попыли. Попылить. Сина можешь распылить, все равно не играешь. Но я, наверное, распылю вот эти дорогие все. Кошка, уйди нахрен отсюда. Горай на пыли. Варус, наверное, тоже. Не умею. Хотя скин прикольный, на самом деле. Да ну. Джунгсу распылю, у меня Лего есть. Катарина у меня тоже есть. Кайсу. Кайсу можешь распылить, если не играешь. У меня как этот есть ангел там какой-то боевой, или как он там называется. Все, тебе хватает вроде, нет? 1520 чуть-чуть не хватает. А, 1520? Ну, войну распыли. Или рамбла. Войну я преобразую, наверное, лучше. Так, Насус улучшить. Нормально тебе.
Тупо по кайфу. Ой, у меня комп сейчас сдохнет. Демонстрации и записи экрана одновременно. Так давай это еще сейчас эти преобразования. БЦ, кидай двух БЦ. Кого сейчас БЦ? Это... Блин, у тебя нет третьего БЦ. Ишака. Это будет нам... Это ролл Никитоса тупо. Я его посередине поставлю, знаешь? Да, да, где, да. Где Ишака? Менеджер, я его терял. Вон, не сам, внизу. Вон. Вон. Так, что, короче, ну это хотя бы балдежный скин. Давай, короче, двух эко по бокам, у меня вот их два как раз. И еще и посередине кого-нибудь. И посередине Ариану, мидеры. Так, Ариана, эко. Господи, комп сейчас сдохнет, помогите. Эссенция, классно. Говно. Говно какое-то выпало. Акали острая жопа. А, Акали. Так и дальше. Да, без разницы, давай. Давай, давай лесников. Ну, отлично, лесник. Кого? Ренгар, Нидали и этого. Не. Скажи, Грейвза. Вон, вверху, вверху. Да, да, вижу. Мой первый скин на Амуре. Понимаю. Чё, кого дальше? Так, давай Жанну, она у меня есть. Карму, саппорта. И надо еще кого-нибудь саппорта, да, и Сону. Сарака, вон сверху. Ну и говно. Да. Так, давай танков. Ну, танка тут три, да, ладно, так. Гарен, Сион, Мунда. Понимаю. Ну из трех топеров топер. Да. Так, давай теперь раз, два. А теперь ДК, слушай, все сходится. Сука, я из этого смеха теперь не залью эту, блядь. Так, может, сундук сначала откроешь? А, мне же, блядь, еще сундук потом дальше. Стройка тоже близится к завершению. Уже через два месяца здесь ведут строй 5 скважин. Они позволят... Давай топеров. Сука, одного скина не хватает. Ники, ты знаешь, что это значит? Топер, все нормально. Ты знаешь, что это значит? Полиция, скорость. Погнали в руфи. Так, откроем коллекцию. Ну, кстати, ни одной эмоции не выпало, я очень рад этому. Как правило, на станциях водоочистки применяется классическая двуступенчатая схема доведения воды до питьевого качества. Сначала ее очищают методом коагуляции. Это новое направление в обеззараживании сточных вод. Не легендарно. Но Зеда. Это получается ты 8 скинов, а нет, стой, 10 скинов получил. Да. Хлоросодержащими реагентами. При необходимости обрабатывают озоном и активированным. Ну, у тебя этот БЦ уже есть, кстати. У тебя три скина на БЦ, лол. Никит, три? А четыре, лол. То есть у тебя нету только, по-моему, двух или трех скинов? Один я, кстати, распылил. Но этот мне вроде... Эти оба мне вроде выпали, я ни один скин не покупал. Да, не выпали. Вот самый лучший скин в игре, на самом деле. Самый лучший скин у тебя на фио.